Друзья, я хочу пригласить на сцену автора всех моих песен, моего дорогого супруга Вадима Цыганова. Добрый вечер! С днем рождения! Ну, ветер, дождь нам не помеха, когда собрались фанаты. Ну же, давайте сделаем, чтобы вас не мучить, что-то сделаем на бис, по просьбе обязательно исполним что-то такое мощное в поддержку нашим ребятам, которые сейчас находятся на передовой. У нас есть много песен. Мы сделаем, мы обязательно сделаем для них несколько песен. Вы сейчас соберитесь силой, и потом вы выкрикните ту песню, которую мы споем вместе. А сейчас снимайте и отсылайте всем, кто на передовой. Колокола! Красна! Ура! Вера в мире, огне уцелевшая.